Мы с московскими сезонами работали 2 года назад на Тверской, когда было мероприятие. Перекрывали Тверскую к дню города, как обычно. Там работала тоже наша команда. У нас было около 100 человек. Правда, были и спортсмены, и ребята из Рубовка, и ребята из других театральных вузов. Но одну площадку персоналом полностью обеспечивали мы. То есть 2 дня с 9 до 9, там, или с 10 до 9 мы были в самом центре практически. Вот такие масштабные мероприятия. Я с радостью езжу, смотрю, помогаю. Для меня интересно именно обеспечение логистики на мероприятиях, как это работает. Чтобы было людям комфортно, чтобы было людям интересно и чтобы все постоянно работало.